Коттеджный поселок «Жемчужина Коренева» – лес, озеро и развитая инфраструктура. Только добраться до него без личного автомобиля до недавнего времени было сложно. Теперь проблема транспортной доступности разрешена. О новом маршруте в нашем следующем сюжете. Авророчка, ну как? Я вот здесь стану, девочки, я маленькая. А стой, можно есть маршрут? А у меня такой вопрос. Стой, вопрос, это самое, социальные, у нас много, пенсионеры живут. Где есть социальные, как по соцкарте, как в Московской области? Заплатить за проезд можно и социальной картой, и тройкой, и стрелкой, как на всех маршрутах Мострансавто. Ждать автобус тоже недолго. Интервал 15 минут. Для удобства пассажиров на остановке висит расписание. Востребованный маршрут, так как большое количество детей отсюда добирается до садиков, до школ. Ну и здорово, что на данный момент этот маршрут будет регулярным. Теперь конечная маршрута номер 2 перенесена с улицы Лорха к ЖК «Жемчужина Коренева». Доехать на нем можно до платформы «Малаховка». Пока на линию выведен один автобус малого класса. Если пассажиропоток вырастет, то количество автобусов тоже увеличат. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.